И первый вопрос. Как я могу купить любовь товарищей своими действиями? Дайте несколько хороших советов. Как я покупаю любовь товарищей своими действиями, своими поступками? Представьте себе какого-нибудь такого товарища, как скала. Ну, какой-нибудь там, кто-то как Муши или Иран Шиевец. Кто у нас еще такие? Такие вот. Гоша, говорят. Кто еще? Несси. Убар? Нет, он очень мягкий. Он такой, как вата. Так как же я покупаю его любовь? Ну, что я должен сделать? Ну, вперед. Я хочу научиться от него, все время, брать пример от него, пытаться радовать его в действии, в мысли, в намерении. И все пока что. Да, более-менее возвеличивать его, показывать, что он важен для тебя, что ты знаешь, что он любит, и стараться ему давать те вещи, которые он любит, так или иначе. Это может быть и отношения. Возвеличивать как и явным образом, так и через кого-нибудь. Это вот такие подарки самые качественные, которые выражаются в отношении. И постепенно, пока это из игры не станет моим «я». И тогда человек не устоит перед этим, потому что ты действительно начинаешь его любить. Мне в голову приходят две вещи. Первое — не уставать говорить комплименты. С одной стороны, может показаться чем-то глупым, но это неправильно. Мы должны сразу же, если мы видим что-то, сразу же сказать комплимент, иначе через какое-то время это станет фальшивым. Если ты говоришь это, когда у тебя инстинктивно возникает, происходит естественно. А с другой стороны, обратить внимание на то, что любит товарищи. Однажды Муша сказал, что он любит, что когда приходит во время собрания, послушать, что каждому нравится. И Муше нравится, когда ему, когда ты приходишь вовремя на собрание, это самый лучший комплимент, который ты можешь дать ему. И так с каждым. Да, как сказали товарищи, внешние действия, то, что мы изучаем в статьях Рабаша, радовать товарища, доставлять ему радость, удовольствие, давать и важность его. Если он спрашивает что-то или говорит что-то, проявлять заинтересованность. Но самое важное, вот повседневная война — это внутри. Желать, чтобы я чувствовал важность и близость его. Воевать внутри себя, чтобы это было и внутри, и снаружи проявлялось. В дополнение всему здесь сказано, есть еще понятие того, чтобы показать ему, что ты нуждаешься в нем. Не бояться показать, насколько ты зависишь от него, и вместе с тем дать ощущение уверенности, что тебе очень ясно, почему ты здесь, и что ты там ради него, и величие цели, есть ощущение тыла,
тыла. Я хотел бы сказать о трех вещах. Прежде всего, быть готовым, готовым к просьбам товарищей, использовать все отношения, все, иногда даже маленькая случайная встреча рядом там с крантиком воды или встретился в коридоре, там по дороге на урок, взгляд какой-нибудь, все это выстраивает связь. И действительно отношения, как здесь сказали, что ты даешь ощущение товарищу, что ты ради него, ты даешь ему ощущение. В этом и заключается готовность, но самое главное — это постоянство. Это то, что формируется, это доверие, это годы, годы постоянства вот в этой готовности. Да, в продолжении всех товарищей, показать ему, что ты уважаешь его, что ты, когда смотришь в глаза, ты просто горишь, показывать ему пример хотя бы внешней любви, тогда он в точности почувствует это. Какое-то время назад у нас было такое упражнение, товарищи записывали, что вызывает в них воодушевление. Мы это делали в интернете, я не знаю, что с ним произошло, но упражнение было очень сильным. И вдобавок к этому, когда говорится о каком-то товарище, который занимает какую-то роль, выполняет какую-то функцию, важно показывать вот это участие в этой его области, да, оказывать ему поддержку, сопереживать, и это дает ощущение группы, что мы действуем как одно тело. Я думаю, что одна из вещей, как я пытался себе представить, почему Раф так любит сына, почему отец так любит сына, а отец чувствует, что сын зависит от него. И если мы в ощущении своей собственной малости подойдем к товарищу, покажем, насколько мы зависимы от него, он почувствует, что он увидит, что ни один герой, которого мы назвали именами, не сможет выдержать. Он сразу же раскроет свое сердце. Я могу сказать, что прежде всего, основа всего — это действительно услышать его, освободить место. Не потому, что я хочу сейчас там впечатлить его или что-то сказать ему, нет. Освободить внутри себя место, чтобы услышать его, чтобы воспринять. Всегда есть вот эти тонкие нюансы, что он любит. Постараться так вот прочувствовать его, и иногда может даже какие-то сюрпризы сделать, какие-то неожиданности такие, что ты думал о нем, и вот это он от этого почувствует хорошо. Еще что-то, что можно сделать, это отменить свой мозг и открыть сердце. Когда ты приходишь на встречу с товарищами, с группой или с другом, то, что ты должен оставить сзади, это свои проблемы, и принести в группу или товарищу приподнятое настроение, радость, что если он приходит на эту встречу, и он не может снять с себя все свои проблемы, ты помогаешь это сделать с помощью своего воодушевления, с которым ты пришел на эту встречу. И еще одна вещь, которую можно добавить, это всегда раскрываются проблемы и столкновения в нашей работе. Это может даже закончиться каким-то взрывом в тот же день. И каждый раз у тебя начинается новый день, и когда ты приходишь в этот новый день и показываешь ему, что он на самом деле новый, и ты не вспоминаешь прошлого, ты даешь уверенность. И не следует забывать, что ты всегда... Ты не объективный относительно товарищей. Ты смотришь на него из своего эгоизма, из своих изъянов. И в продолжении примера об отце, отец выявляет хорошие свойства и не видит
негативных свойств в ребенке. Это естественно происходит в нем, и это мы можем делать. Нам это дается как такое искусственное упражнение искать хорошие качества, усиливать их даже на самом простом уровне, на земном, материальном, те вещи, которые трудно, может быть, воспринять. То, что отталкивало меня, стараться как-то затушевать, убрать, подумать, как я могу подняться над этим в важности цели, благодаря тому, что он находится здесь, рядом со мной, потому что у него есть точка в сердце, а все остальное не должно мне мешать. На самом деле показывает товарищу, что то, что было, было, прошло. И ты всегда знаешь, ты ему всегда показываешь, что он всегда целенаправленный. Неважно, вы согласились с чем-то или нет, дать ему ощущение, что ты знаешь над всем, что он это делает вследствие важности цели. И это на самом деле основа, когда над всем мы вместе с товарищем приходим к цели. Затем можно выразить свое мнение по отношению к его, но дать ему уверенность в том, что ты не сомневаешься, что он целенаправлен на 100%. Вопрос. Понятно, что во всех мы видим изъяны, верно? Пороки. Как сказано, каждый видит, исходя из своих недостатков. Я вижу весь мир из своего злого начала. Через свое желание. И так, когда я вижу его таким, так это проходит через мой фильтр, и этот некрасивый, тот глупый, этот такой. Короче говоря, я таким образом всех осуждаю, критикую. Вопрос следующий. Относительно чего я делаю отмену? Вопрос. Ну, вперед. Да, у Рава, конечно, хитрые вопросы, кажутся простыми вроде бы. Кажется, вроде бы, что я произвожу самоотмену против своей точки, своего восприятия, своего видения ситуации. Потому что это то, что я вижу, и то, что воспринимаю, находящееся вне меня, именно таким образом. Но я уверен, что это не точно и неправильно. И я надеюсь, что благодаря включению между нами мы сможем раскрыть это, потому что я не чувствую, что я могу коснуться этой темы. Ты начинаешь совершать отмену себя. Я попрошу решать все вопросы в центре группы. Не каждый, чтобы был умный, показывал себя умным. Мы хотим все вместе, чтобы ответ был коллективным, усилием всех, и чтобы это было соединяющим, обобщающим. Пожалуйста. Может быть, отмена — это не результат того, что ты отменяешь, а твоего усилия. Я отменяю свою мысль и чувство на теперешней ступени, потому что если бы это была мать, она бы видела по-другому. И если бы мы видели, как рассказывают каббалисты, мы бы были как одно целое, это было бы частью моей души. А сейчас то, что мешает мне, это мои мысли и сердце теперешнее, их я должен отменить. Да. Добавляя к товарищам, я же вижу все неисправности во внешнем, а в своем эгоизме, внутри. Это на самом деле изъяны, и я должен отменить свой эгоизм, исправить его, и тогда все будет мне рисоваться другим.
я добавлю к товарищам, что я на пути нашего продвижения здесь, мы всегда раскрываем вещи все более глубокие, все более новые. Вдруг это выходит, и мы видим их как вещи, которые стоят между мной и всем внешним, между тем, что вне меня. И всегда есть вроде бы новые вещи, которые я должен преодолеть и отменить. То есть, может, с самого начала я должен отменить все свои мысли, которые наверняка испорчены, я просто не понимаю этого. Мои все ощущения тоже, по всей видимости, испорчены. И в продолжении я не отношусь ко всем этим мыслям, не обращаю внимания на это все. Я сосредоточен на точке в сердце товарища. Там я прикладываю усилия, чтобы разглядеть эту точку в товарище. Для меня она единственная, то, что существует, и относительно нее я отменяю себя. Ответ на предыдущий вопрос. Моти говорил о каком-то сумке, которую я тащу с собой. Есть у меня сумка, которую я таскаю с собой с самого детства, все мои желания, мысли, все, что я представляю собой, все, что дано во мне, вся эта генетика и природа. А я хочу смотреть только на одно, на то, что мы хотим прийти с ним к одной цели. И у него есть такая же искра. И только на это смотреть, как ты сказал раньше, только это я хочу удерживать, только эту вещь, а всю эту сумку я хочу оставить за собой. И я знаю, что я не могу, я уверен, что не могу, но все-таки я пытаюсь это сделать. То, что мы отменяем в этом состоянии, мы отменяем зло. Очень просто. Нет зла, есть только добро. Ну, если есть только добро, я не могу пока его увидеть. То есть мое усилие в том, чтобы отыскать добро, если нет зла. Да, это добро, как сказали товарищи, это точка в сердце. В конечном счете, вся игра подарков и отношений только для этого, чтобы раскрыть точку сердца в товарище, что она тоже часть Творца свыше. И, по сути дела, я отменяю себя по отношению к Творцу. Даже не перед товарищем. Поэтому эта связь настолько важна, поскольку это является ступенью до Творца, или даже в нем самом, не знаю. Мне кажется, что мы согласны в том, что я должен отменить себя, но, допустим, вот ситуация, я думаю, что я должен выиграть, поэтому до конца постараться понять, что выигрываю из ситуации, и тогда у меня будет весь ассортимент вариантов, и я смогу выбрать и опускать себя, пока я остаюсь только в самом минимум, чтобы было как можно больше направленности к цели, как можно меньше меня. Если я, сказано, каждый отрицает в своем недостатке, если я так смотрю на мир, и тогда я для того, чтобы достичь истины, должен отменить себя. Тогда, по всей видимости, я отменяю свое злое начало. Я отменяю свое видение испорченное, когда я вижу все своими глазами, все в собственных интересах. И если я отменяю это, я должен увидеть мир истины, правильно? Да. Логично. Сейчас вопрос. Какой же должна быть моя молитва? Как я прошу? Что я прошу? Ну, толстяк, давай вперед. Если я хочу отменить свою критику, по отношению к миру, отменить свое «я». Потому что что во мне есть? Какая суть? Злое начало. Когда я просто хочу отменить всех. Теперь я говорю «нет». Я хочу отменить свою критику, свое злое начало. Вместо того, чтобы отменять всех, я устраню его. То каким же образом я должен молиться, чтобы достичь успеха?
Вопросы нетрудные. Я спрашиваю их, чтобы они немного вырезали, оставили отметину вам в сердце. Это цель. Пожалуйста. Сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть, соответственно, этому то, что я могу просить, как сказано в молитве Ноама Элимелеха, такой великий каббалист, какие маленькие вещи он просит у Творца, дай мне видеть достоинства товарища, а не их недостатки. И чем больше ты входишь в группу, то ты понимаешь, он просит те вещи, которые он не мог сам своими силами достичь. Даже такой колоссальный каббалист просит такие вещи. Я думаю, что мы должны молиться, чтобы он дал нам силы реализовать нашу неспособность, то, что мы очень хотим, но сами не можем сделать. В продолжение этого у нас самих нет сил, мы также не сможем получить силу. То, что мы можем получить, это воздействие света. Продолжение этого создал злое начало, создал свет, поскольку он возвращает к источнику. И получить свет, быть достойными светом все вместе. То есть мне совершенно понятно, что я не могу подставить себя под воздействие света, но единственный путь — это как-то, чтобы все мы вместе пришли к этой ступени единства, которая позволила бы этому свету подействовать на нас всех вместе. То, что сказали товарищи, попробовать с другой стороны. Творец дает мне взгляд на всю реальность, и в итоге молитва, чтобы Творец не оставил меня, чтобы не дал мне упасть из того, чтобы быть в слиянии с Ним, в мое желание получать, чтобы не дал мне осквернять Его, чтобы дал мне возможность оправдывать товарищей. Потому что, как Игорь сказал, через это ты оправдываешь Творца. Молитва о том, не оставляй меня, не бросай меня, удержи меня в центре группы над моим желанием получать. Добавились к тому, что сказали товарищи, дай мне силы любить товарища все больше и больше и привнести его в сердце как можно сильнее. Мне очень понравился этот вопрос. Я вчера приехал на конгресс, я до этого готовился, но, как обычно, мы делаем подготовку. В тот момент, когда я вошел сюда, был там еще на входе, я почувствовал 600 тысяч с лишним врагов, не мог смотреть людям в глаза. Это удивительно. И, конечно, есть претензии немедленно к Творцу, почему Он привел меня в это место. Как Иран сказал, я не хочу его осквернять, проклинать, не хочу зарываться в свой эгоизм. Наоборот, я хочу оправдать его, я хочу быть с ним в направлении, не хочу сверлить дырку в лодке. Может быть, дал бы он мне силы преодолеть мое состояние для того, чтобы я смог оправдать его. Я думаю, что эта борьба, та критика является следствием того, что наша точка в сердце недостаточно сильна по сравнению с желанием получать для себя. И этой просьбой должно быть собрать точки в сердце товарища и присоединить к своей точке для того, чтобы усилить ее, для того, чтобы я смог преодолеть вторую эту сторону. И чтобы вот это собрание было настолько сильным, мощным, чтобы это повлияло на меня самым сильным образом, чтобы даже мое желание получать устремилось туда. Даже если я не хочу идти туда, но чтобы я понял, что это важно, это все должно меня промыть. То, что со мной произошло, когда был задан этот вопрос, я почувствовал, что у меня нет ответа, и я буквально перекрыт. И к чему это привело меня? Больше слушать каждого товарища, что он говорит, чтобы прилепиться,
чтобы найти что-то большое, что может добавить мне каждый из товарищей какое-то слово, идею, методику. И я почувствовал, что то, что я делаю этим, я увеличиваю товарища и чувствую в нем что-то великое, и тогда это может добавить мне. И если мы будем знать, что все мы полны недостатков, которые мы не можем сами восполнить, а можем восполнить только с помощью товарищей, мы будем искать величие в товарищах, чтобы они могли восполнить нас, и мы не будем искать недостатков их. И я думаю, что, по всей видимости, это должно быть молитвой. У тебя наверняка есть ответ лучше моего. Я просто подумал, что все, что я вижу, я естественным образом порочу, и я должен отменить свое злое начало. Это относительно всего мира, ежесекундно. Нет ничего другого. Нужно просить, чтобы он отменил меня, но тогда я остаюсь в какой-то молитве такой очень личной, эгоистической. Не знаю, как дальше продолжать. И я бы молился о том, чтобы дал мне возможность различить между правдой и ложью. То есть, чтобы я начал различать в своих действиях и в действиях моей группы и внутри, когда я приближаюсь к истине, когда отдаляюсь от нее, то есть отступая назад вследствие своего эгоизма, когда я буду начинать различать направления и буду знать, как молиться, чтобы я мог ориентироваться в этой темной комнате. Молитва. Против чего я должен отменить себя? Перед равом, товарищами, желанием получать, творец, семья. Перед чем я должен отменить себя? Относительно кого я должен стать убаром, зародышем? Может быть, перед всеми вместе? Может быть, есть такие, которым я могу немножко пренебрегать? Потом, может быть, есть порядок отмены себя. Сначала перед товарищами, потом перед равом, потом перед внешним обществом. Семья тут где? Что вы думаете? Относительно кого я должен отменить себя? Желание — это желание. Он работает все время по тому же принципу в каждую секунду. И отмена должна быть всеобщей, не может быть селективной. Если она селективная, то она с самого начала неправильна. Но если то, что мы делаем это в процессе, поскольку мы находимся в процессе установления связи. И я говорю о конце, конец общий. Но я говорю о состоянии, когда мы добавляем все большие слои самоотмены, и это большая связь между нами. Я должен отменить себя перед общим желанием группы. Вообще нет вопроса об этом. Я должен отмениться перед указаниями рава. Это тоже достаточно понятно. И мы учимся, что и перед женой ты должен отменить себя. Перед внешним обществом, насколько я знаю, нам пока что нельзя отменять себя. Он сказал, что ты говоришь как адвокат. То, что сказали товарищи, нужно различать, что значит самоотмена. Если мы говорим о внутренней отмене намерения ради получения, в конечном счете я должен отменить себя по отношению ко всей реальности, поскольку это Творец. Все, что вокруг меня, это Творец. Если говорю о внешнем поведении, о внешнем действии, то там есть различия на всех уровнях, которые были упомянуты. Я напоминаю также Ханоху, что иногда это еще больше путает вне группы по отношению к раву, к семье, если мы начинаем, мы не начинаем оттуда. Но это как, если не я мне, то кто же, и нет никого, кроме него. И это умение самоотмены, где я,
что мы отменяем и где я должен действовать в полную силу, это как Рав сказал на трапезе. Если все от Творца, я слабый. Если так, то зачем я вхожу, если не я это действие делаю? И в этом выяснение. Да, это очень сильно, это очень глубоко, это понятно. Я думаю, что я отменяю свое эго перед нашим путем все время, и вдобавок я прошу величия Творца над той ненавистью, которая каждый раз возникает снова и снова. Я сам могу только добавить со своей стороны, что это вещь, которая не просто так падает тебе, как самоотмена. Это приходит постепенно, и я начинаю отменять себя по отношению к товарищам. Вдруг, когда я сталкиваюсь с каким-то состоянием, книга вдруг, я вижу, описываю все мое состояние, я начинаю ее ценить больше, я начинаю понимать, что там написано, я в большей мере начинаю тогда отменять себя по отношению к книгам, потом в какой-то мере это перед Равом, а затем и перед Творцом. А по отношению к внешним, конечно же, запрещено нам отменять себя, но я думаю, что в них, во внешнем обществе, единственное, что мы можем сделать, это видеть в них Творца и тоже результат наших действий. Я думаю, что правильная группа, она включает в себя всю действительность. Если я отменяю себя перед ней, то я отменяю себя перед Равом, перед ним, группа отменяет себя, и тогда отменяю себя перед внешним миром, перед семьей. Если группа, это действительно группа, она содержит в себе все остальные круги. Я думаю, что отмена происходит в правильной группе. В моих глазах отмена по отношению к Творцу, по отношению к реальности. Но я хочу только заострить наше внимание на отмене. Отмена — это не значит быть зомби, это значит сказать, что тебе есть что сказать. Иногда отмена — это не стоять на своем, а видеть, что, чем ты можешь пожертвовать. И иногда спокойнее сказать: «Оставьте меня в покое, я буду в стороне, я очень люблю». А как раз пожертвовать — в этом отмена. Когда я отношусь к Творце как создающего реальность через группу, то туда я направлен. Я спросил, относительно кого или чего я должен отменить себя? Да? Я не чувствую пока что вот так вот во всем этом зале четкого мнения, что мы об этом думаем. Пожалуйста. Я думаю, что ответ по отношению к кому — это мое желание властвовать и господствовать. С этим как раз война у меня. А по отношению к тому, я должен отменить себя, это должен быть Рав, книги, группа вместе, в единой совокупности, когда Рав, он указывает путь, который связан с книгами, и это источник, и он направляет нас также на группу. То есть есть совокупность, и в этой совокупности существует определенный порядок. А после группы существуют уже более внешние круги, когда в результате распространения приближаются к нам. Это поручительство, интегральное воспитание, и все, кто поддается влиянию этому контенту и готовы прийти к этому, мы приходим там к самоотмене без всякого желания господствовать. Подобно этому я должен отменять себя перед важностью отдачи. Перед Творцом, но это важность отдачи, которая представляется мне постепенно. Творец показывает мне вещи, насколько я близок к нему или нет. Поэтому есть Рав, который туда
направляет нас, есть группа, где я это реализую, есть наши учителя, есть книги, все эти вещи. Мы знаем о них, но все дело в том, чтобы поднять важность отдачи в моих глазах. Только добавить к уже сказанному, на этом конгрессе я чувствую очень остро, что значит отменить себя перед Равом, что значит отменить себя перед тем, что говорит Рав, и перед самим Равом. И когда ты сидишь на уроке и слушаешь то, что Рав говорит, ты должен себя отменить перед тем, что он говорит, перед тем, что он образ, перед тем, что мы находимся в этом мире, а не в каком-то сне. Это правильно. Но мы должны попытаться отличить то, что он хочет нам сказать, и перед этим себя отменить. Да, продолжая своих товарищей. Вопрос. Вы хотите знать ответ? Да. По отношению к цели, к целетворению, мы должны отменить себя. Поэтому не интересует меня Рав, группа, книги. То, что я представляю себе, это все я представляю. И Творца я представляю себе. Кто знает, что я себе представляю, что это Творец? Может быть, это вообще? Может быть, я представляю его? Это совершенно противоположно. Ангел смерти. Кто знает? Это ведь все человек себе представляет. Поэтому цель творения, которая является слиянием всей реальности вместе, где я там отменен, по отношению к этому я отменяю себя. И в соответствии с этим вы, может быть, больше поймете вопрос, как оставаться в самоотмене, как, в которой я нахожусь сейчас, при выходе моем во внешний мир через несколько часов. Вопрос понятен, или вы хотите, чтобы я повторил его? Как оставаться, по крайней мере, в состоянии самоотмены? Если мы будем находиться в такой же самоотмене, как сейчас, мы сразу же раскроем все, без всякой проблемы, несмотря на все те помехи, которые придут. Если мы останемся в той же мере связи, как сейчас, нет сомнения. И вопрос такой, как мы остаемся в состоянии самоотмены, которого мы достигли сейчас, объединения, самоотмены, ощущения группы, ответственности, серьезности. И есть что-то, что даже невозможно назвать каким-то именем. Как мы останемся в этом, несмотря на то, что мы выходим во внешний мир? То есть, несмотря на то, что приходят к нам всевозможные явления, события, которые путают нас. Я выезжаю на шоссе, выхожу на улицу, повсюду захожу во всевозможные места, прихожу домой, и уже по пути я уже вхожу в другой мир. Как я, когда я должен находиться в другом мире, остаюсь в том же внутреннем состоянии, как и сейчас. Попробуйте посоветовать друг другу, что делать. В общем, впечатлитесь от того, что говорят товарищи, это очень поможет. Ну, насколько я смог впечатлиться от вопроса Рава, мне кажется, что вот здесь говорится о понятии про отцов. Может быть, здесь это слышится слишком простым и само собой разумеющимся, но вот эта постоянная забота о другом позволяет тебе находиться в духовных мыслях на протяжении времени. Именно забота о поручительстве. Мы изучали вчера, что один может получить от одного, не может получить от отдельных. То есть, если мы создаем с ним какую-то связь, какой-то диалог, то это должно исходить от единого
я подумал, что самое близкое к нам — это поручительство. Да, это своего рода трюк, когда с одной стороны тебе понятно, что ты сам не можешь удержаться, и любая мысль, даже проблеск мысли, это только со стороны группы пока что. Но с другой стороны, если ты не направишь свою силу на группу, это и не удержит тебя. То есть есть взаимная ответственность, взаимное поручительство, когда на самом деле... Как это за вопрос миллион долларов? То, что Рав сказал вчера, это 1000 напоминаний на день, чтобы каждую минуту напоминали тебе ради близких моих и братьев моих. Сделаем? Об этом я могу очень много чего сказать. Это такая больная тема. Этот конгресс — это просто сумасшедший конгресс по уровню отмены себя, с которым прибыли товарищи, и выяснения, и тех достижений, которые ощущаются, и как мы объединяемся вместе. И это так дорого, так важно. И завтра снова мы... Это так болезненно, что мы завтра снова как какая-то собака вернемся в свою будку, в эту жизнь. И ответ... Как сказал Офер, это поручительство, и ребята сказали здесь, что я не могу удержать себя. И Рав сказал на нескольких конгрессах, что сейчас поручительство. Нари его спрашивал, он каждый раз говорил «поручительство». Это было на конгрессе Рава. Я обещал выставлять каждый шаббат бутылку виски, чтобы удерживали меня товарищи. 10 бутылок выставил, не помогло. Творец должен удержать это поручительство, то есть должно быть каким-то образом, не знаю как, но как-то нужно его заставить, обязать, чтобы не оставлял товарищей, чтобы не оставлял нас. Если он не оставит товарищей, то товарищи не оставят меня, но если Творец не удержит нас, то я просто даже не знаю, что снова возвращаться к этому. Нужно просто его обязать, чтобы удерживал товарищей и удерживал поручительство и нас, а мы друг друга. Да, есть своего рода треугольник, Творец, товарищи и я. Если я буду удерживать это все время, с того времени, как я ухожу отсюда, это будет работать. Конечно же, это будет опускаться и меняться, но обязать Творца, чтобы держал товарищей, так я смогу сам удержаться. Я думаю, что в продолжении того, что сказали здесь товарищи, мы должны использовать это оставшееся время, и поднять важность настолько, чтобы мы пришли к единому требованию. На последних конгрессах, когда мы устраиваем такие круги, каждый круг должен сказать свою молитву, мы потом видим целый список этих молитв, и они не все направлены в одном направлении. Давайте сейчас их сосредоточим, сфокусируем, не знаю, на трапезе или на собрании товарищей, или на той беседе, которая нам предстоит. Давайте подойдем к такому итогу, такому сконцентрируем все, и это в итоге обяжет Творца, чтобы он дал мысли, чтобы я мог думать о товарищах, чтобы они думали обо мне, чтобы я думал о них. Товарищи сказали взаимной ответственности и поручительство. Просто удивительно. Мы сидим здесь и говорим о самых важных вещах в мире. И это достаточно легко нам относительно помнить то, что советует нам Рав, что помнить, когда говорит каждый товарищ, что это говорит Творец. И хорошо нам попробовать сделать это на этом конгрессе. Все, что происходит у нас с товарищем, как-то мы можем сказать, по крайней мере, работать с этим. Снаружи, внешне, во внешнем состоянии, это просто Дикий Запад. И когда мы встречаемся с этими состояниями,
мы должны бежать к этой зависимости, и зачем нам нужны товарищи, почему работа с товарищами поможет мне и вовне также, когда получается, что кто-то окружает меня, мы сможем видеть, что это Творец нас окружает. Это длительные процессы, поэтому мы зависим от товарищей и нуждаемся в них. Я не знаю, как, но поручительство действительно это нужное слово, я должен удержать это. Не знаю, как художник, который думает о своем образе, о своей картине. У нас есть много разных образов, которые мы себе представляли. Надо постараться вернуться к этому, увидеть картину, которую мы начали рисовать вместе, она не закончена. Есть еще много точек, и нужно вернуться к ощущению этой картины, которая у нас есть сейчас, и, может быть, это поможет. Хорошо, в моем ощущении этот вопрос включает в себя все вопросы, от первого до последнего вопроса на семинаре, и также все ответы, которые мы дали на семинаре, включаются в этот ответ. И, по сути дела, сейчас я не снимаю с себя сумку, которая наполнена проблемами, а оставляю дома и не выхожу с ней на улицу. И, по сути дела, все, что мы сказали на протяжении всего семинара, тот, кто это слушает, может вернуться и послушать дома. Одним словом, все, что мы делаем здесь, это мы делаем и снаружи. Это называется распространять все вовне, и весь мир сделать одним. И мой дом назовется «Домом молитвы для всех народов». И мы это сделаем, и так реализуем цель творения. Есть некая связь, которую вы помогли мне соединить. Если снаружи я чувствую помехи, ну, то, что называется помехами, то в них я забываю о Творце. Поэтому я и называю помехи. Но для того, чтобы не забывать о Творце, потому что все вокруг меня — это Творец, включая те же помехи, я должен находиться в тесной связи с самой близкой к нему части. Это часть, мои товарищи. Самая чистая часть. Чтобы они удержали меня. И, естественно, снова нужно поручительство. Давайте усиливать его. На самом деле, говорю, чувство, и знаете, что это все исходит только от хорошего. На самом деле есть ощущение, я, может быть, и молод, но я попробовал все, прежде чем пришел, и все, что я слышал, это не очень-то работали, там-то мы что-то упустили, и мы сейчас выйдем за двери и будем продолжать жизнь. И я хочу сказать, мы продолжаем как обычно, не париться, продолжаем с группой, которая есть у нас, продолжаем со всеми уловками, которые мы пытаемся найти для себя приемами. Мы просто должны принять это как нормальное. Мы должны понять, что путь наш непрост, мы продолжаем его вместе, с большей базой, спокойной, без слишком большого шума. Трактор, который движется, но ничто не может его остановить. Вопрос. На этот раз я виноват. Вопрос немножко, может быть, такой кажется для любителей учиться. Что называется личным управлением? Что такое личное управление? Что вы думаете? Просто так, согласно словам. Не начинайте думать, что написано там, каким-то образом. Да, просто что называется отношением частным? Что такое частное? Так что это такое? Личное управление. Ты же любишь мои умные вопросы.
Вроде бы кажется, что это личное управление, управление Офером Накашем, то есть мной. Но есть какая-то связь наша вместе, когда мы начинаем немного понимать происходящее вокруг нас и немного вкушать и немного касаться личного управления, нашего отношения к более широкой реальности. Сокращенная моя реальность, которая думает, что это личное управление и более широкая перспектива, более широкая реальность, которая связана с группой, с Равом, с миром, со всем, что именно частная точка личная, именно там находит личное управление, не в части моей неживой растительно-животной, а в говорящей по отношению к общему. Это является личным управлением. Может быть, это решимо, я не знаю. Так, вроде бы, это нет такого вообще. Говори из чувства. Из чувства. Нет из чувства личного управления, потому что я не существую как личность. Что ж ты скажешь о моем отношении к тебе? Я уверен, что вы меня только любите. Вот это правильный ответ. Понимание, что Выше любит тебя в любом состоянии. Поговорите об этом, поговорите. Хорошо, Ханох сказал, хорошо. Личное управление — это то, что Выше любит тебя в любом состоянии, после того, как получил по голове. Личное управление — это когда человек отменяет себя перед группой, и из этой точки центра группы он способен связать все, что происходит у него в жизни, плохое и хорошее, со слиянием с Творцом. Что именно из этого места, общего места, он может оправдать или прилепить к этому все, что с ним происходит. Личное управление — это когда я заставляю себя, когда я обязываю себя в любви к Творцу, что все исходит от Него, я желаю абсолютного слияния и абсолютной отмены себя перед целью. Я не опускался на такие глубины. Я думаю, что если есть я и Творец, и Творец показывает мне картину, которую я вижу, только для того, чтобы я достиг цели творения, и тогда все внешние желания, чтобы тоже пришли к цели творения, тогда, может быть, личное управление — это вся моя реальность. Все, что можно себе представить, — это личное управление. Все направлено ведь на достижение цели творения. Как сказали товарищи, я думаю, что личное управление — это самый большой наш страх, это стыд. Это то, что больше всего нас пугает. Осознание того, что все сделано для меня, исходя из любви, и все это лишь абсолютная любовь. А я, как младенец, который получает самый теплый, самый личный уход, который такой может быть, и нету, кроме этого ухода, этой заботы, больше ничего, и все, что происходит, это, в этом ответственность лежит на мне. Это все, что сказали товарищи до сих пор, по сути дела. Это является личным управлением. И возможность, на самом деле, связать это, как мне кажется, возможность связать это, возможность произвести связь между тем, что происходит, и управляющим, что-то вроде этого. Личное управление — это ступень. Это ступень, это раскрытие причины и
тот, кто причиняет эту причину, вознаграждение и наказание. И так раскрывается личное управление, как вознаграждение и наказание. Раф, я прав? Это состояние видения. Ты просто видишь это. Управление, не можешь отрицать его. То, что происходит, это выше знания, и с другой стороны, это невозможно отрицать. Согласен со сказанным здесь. Это весь мир, который я чувствую как личное, это личное управление. И если я могу оправдать это и почувствовать это с любовью, я на самом деле это почувствую как управление, не просто как мир. И если смогу относиться с этой любовью ко всем, к обществу, в этой мере это станет и общим управлением для меня. Может быть, это наивно, но когда я слышу слова «личное управление», это во мне так отзывается. «Делай то, что можешь, и будет нормально». Так вот это во мне как бы выражается. И так, то, что я вижу вокруг себя, это не я сделал, это оптимальная картина, которую мне дают увидеть для того, чтобы объединиться, и ожидают от меня, чтобы я приложил усилия. Ну, я сделал то, что могу, но что же я могу? Я попытаюсь, я буду надеяться, что выйдет нормально. Ну, это и есть личное управление. Личным управлением называется, когда мы раскрываем Творца как доброго и несущего добро для хороших и плохих, с абсолютно всем, в состоянии, где все предписано заранее, и все выстроено, и все готово. То что же остается нам для наших усилий? Почему это личное управление не отменяет то, что мы раскрываем, как доброго и несущего добро, как абсолютную любовь и так далее. То есть, что я тогда должен сделать в соответствии с тем, что я слышу, что есть личное управление? Как моя отмена, скажем так, спросим, как моя самоотмена в каждом состоянии помогает мне раскрыть личное управление? И все картины личного управления соединяются в абсолютную взаимную любовь между нами. Трудно? Хорошо. Ладно, вы уже устали. Последний вопрос. Ладно. Самый последний уже. Я обещаю. Что за изменения происходят во мне на протяжении теперешнего конгресса? Какое изменение произошло во мне на протяжении теперешнего конгресса? Кроме того, что я поправился, может быть, но вперед, толстяк. По правде говоря, во мне вещи так вот доходит до меня медленно. Но это такой конгресс, который повысил требования ответственности. То, что к окружению, к моему. Мне трудно это подытожить одним словом, но я бы назвал это еще одним шагом к укреплению связи и достижению поручительства между нами. Да, вроде бы, если мы пытаемся рассмотреть ту или другую точку, это не важно, потому что у нас нет вообще восприятия этих вещей. Но только почувствовать, что мы в правильном направлении, мы идем по пути, по которому мы должны идти, мы восполнили еще то, что должны были дополнить, и мы продолжим дальше. Это самое важное.
Я не хочу говорить слишком личным образом. Мы говорили и о зародыше, и о объединении, но вот понятие отмены себя до Конгресса, для меня это как вот смертельный приговор, как в Америке, когда тебя объявляют, человек идет, чистит зубы, он идет в душ, приводит себя в порядок. Я думаю, что на Конгрессе заострилось это понятие, как вот на прошлом семинаре, что отмена себя — это точка отчаяния в собственных силах. Когда ты попробовал все через молитву многих товарищей, все полностью, и пришел к состоянию, когда это вообще не связано с тобой, это вообще не на этом уровне, и это тебя бросает к товарищам, к Творцу, и заостряется понимание того, что мы живем ради Творца, мы не живем ради себя. И вот это просто сумасшедший вывод. Это еще не очень-то укладывается, потому что слишком свежее, но, в принципе, это ответственность, большая любовь к товарищам, величие и важность Творца. Шиевец просто вытащил у меня слова изо рта. Я как будто бы ориентируюсь в состоянии, у меня есть силы, я как будто бы управляю всем. Пока ты не приходишь к состоянию, что товарищи — это главное, а я вообще как бы не важен сам по себе. Точно, как сказал товарищ, просто тот шум, который есть вовне, просто начать его уменьшать и прислушиваться к шуму, который есть здесь. Перед Конгрессом я вообще не знал, что я буду здесь. И внешний шум показывал, что все против. И есть товарищи, все как бы было против, и есть товарищи, и жена праведница. И как только я вошел на семинар, я почувствовал, что шум здесь — это истинный шум. И если у меня есть какая-то собственная логика, просто опустить ее. После этого Конгресса мне просто стало ясным, что в этом работа. То, что очень чувствовалось на этом Конгрессе, это на семинарах возможность подняться, вдруг объединиться, удерживаться друг за друга и очень быстро взобраться, и упасть, конечно же, но очень быстро взобраться в это место, где все вместе, и это понимание того, что то, чего нам не достает, это требование от Творца, поскольку в этом как раз молитва, что здесь мы... Последний наш разговор на трапезе. Хорошо, если это зависит от Творца, давай просто закурим. Нет, здесь это предстоит нам сделать. И я чувствую, что это именно то, что нам предстоит сейчас. То, что изменилось во мне на этом Конгрессе, это ощущение, насколько я хочу властвовать и насколько я хочу господствовать. Это было очень ясно. Это было очень ясно мне. Вот и все. Мне кажется, пока что то, что Рав говорил на последнем уроке, я думаю, что любая помеха, любая посторонняя мысль против объединения, работа заключалась в отмене этой мысли, в постоянной войне прекрасной этой. Это стало более ощутимо. Это в целом. У меня небольшая трудность сказать, что у меня есть постижение чего-то большее, потому что все...
я сразу начинаю сравнивать, что было на прошлых конгрессах, и тогда я не могу не только вспомнить, я не помню, что было со мной. То, что больше ощущается во мне, что связь между правой и левой линией немножко усилилась, что мы чуть-чуть могли взять от правой линии и чуть взять ее влево, и сейчас у нас линза стала более панорамной, более всеохватывающей. Если на самом деле что-то во мне произошло, я чувствую, что когда мы выйдем, инстинктивная реакция на вещи будет более верной. Даже не надо думать об этом. У нас есть еще собрание товарищей после этого. Я думаю, что пробудят этот вопрос. Я уверен, что пробудят. Yeah.
Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между.